Буэнос диас, братва. Ядерный рассветный заряд в ваш экран, и это значит, что мы продолжаем кататься по пустошам Экс-Махина. Садимся подобнее, берем стихи и в бой. В общем, получилась некая загвоздочка, потому что во время прошлого дубля я запорол сохранку. Вернее, как. Мне пришлось переснимать серию заново, а это тот еще геморрой, и из-за этого у меня денег сейчас меньше, чем было в конце прошлой серии. Хотя тачка и прочее визуально не изменилось. Ну да ладно. Напомню, мы остановились как раз на том моменте, где нужно взять квест у мэра. И его мы как раз таки не стали пока брать. Ну что ж. Вперед. Ну зашибись теперь. Теперь еще и всех этих. Там, по-моему, должно быть три орка. Блин, что-то падла юить. Фризы? Откуда? Мне, по-моему, сюнды. Ой-ой-ой-ой. Осторожно, тихо, мирно, не шурша, лезем вот в эту точку. В принципе, можно было и не срезать. Ну кого волнует чужое горе? Так, ладно. Теперь наша задача не отхватить люлей слишком быстро. А люли будут, это, как говорится, гарантированно. Так. Казалось, что кто-то проскочил мимо. Да, вот и первый люль. Так. Как дела? Дорогу копать. Теперь надо как-то избавиться от троих бандюков. Скорее всего, придется делать расстрелом с дальней дистанции. Дайте-ка я чувствительность мыши немножко скину. Чтобы точнее уродов раскидывать. В таком ракурсе игра дико напоминает World of Tanks. Так, сразу задом, задом, задом. Где-то вот в этой стороне. О, щит, я на КД. Кто-то из них с большой дальнобойной пушкой. Так, это готов. Бум. Фух. Вышка освобождена. Так, так, так. Так, чувствительность можно вернуть к стандартным значениям. Так, где мои квесты? Щелк. Попал.
Интересно, куда он меня привезет? Не придется ли мне опять огребать? Ну, хотя на самом деле эту каточку я затащил более чем достойно. Смерть бандитам! Давай, конечно, все понимаю, но у вас таки двое. А мне нужна пушка с большим повреждением, наверное. Так, у меня, походу, отбегает этот... Как его? Вот только проблема в том, что у меня осталось всего треть хп. Бедный мой транспорт. Давайте-ка я сделаю сохран на всякий. Именно из-за того, что я не делал сохранения, я запорол прошлый дубль. Типа я не палюсь. Прям вообще шикардятина. Да тут, оказывается, есть объезд, если я все правильно рассчитал. Мимо разлома. Это что же получается? Разъем можно было пересечь на севере? Фу, разъем, разлом. Можно было пересечь на севере? Как это? Доверие не внушает. Ну как знал. Значит, надо его подотпустить. Танковый режим. Умри, пацак! И снова в бой! Ты где ты там, собака? Ох ты ж, мать твою, какой-то классный. Вау. Вау. Так. Какие тут штучки? У-у-у.
у того перца была какая-то еще пуколка. Но это стопудово. А, не, мимо. Так, по идее, можно ехать назад. Естественно, сделаем F2. И по-хорошему поменять кузовщину. 18 тысяч за этого слона я выучил. Я просто кофе хлебаю во время записи, не обращайте внимания. Поэтому сейчас немножко пошумим. Так, надо заехать в город обязательно. Потому что иначе мне просто пиздос. 419 конструкций как-то, ну, исчезающе мало. Да и стрелять мне особо нечем, если только шторм заюзать. Так, а что по ценнику на шторм? 650. Привет. Дару. Где город-то, мать их? А, получается, я с севера на город зашел. Так будет, с карты. Так, снова сейф. И просто в топку. Просто перчим, топим, тулим в город. Как называйте, как хотите. Потому что, походу, запахло изнасилование. Ладно. Черт бы с ним. С другой стороны, если я сейчас затолкаю слона, я по крайней мере смогу подобновить машинку. В идеале вообще взять Урал. То есть, по сути, грузовик Т3. Потому что ранжируется игрой не именно так. Жучара, молоковоз, Урал, БелАЗ и Миротворец. Либо, в принципе, при прямых руках, конечно, на молоковозе можно всю игру пройти, но это надо энергооружием его снастить, это в первых строках. Нихера себе пука. Бука. Шторм, два шершня. Так, а что тут за буки-пуки? Погода, Максим. Шмель, Омега. А если я продам слона? Мастерская, во-первых, ремонт конструкции оружия. Если вот так тоже можно сделать. Дальше генератор, генератор бокс. Восемь штук надо. Так, значит, меняем кабину. Тысяч. А слона могу продать за 18. Ништяк, значит, на шипах. Лучше не экономить и взять вот этот.
Так, теперь надо где-то надубать 11 штук на бокс. Это не так геморройно. Конечно же, я согласен, о чем речь. Опа! По-моему, в этой машине едет мэр. Куда, интересно, он так торопится? Надо бы проследить. И заметьте, на тачке другой фракционный знак. Еще 550 монет дали. Сбись. Так, сейчас только квестик переключу. То есть у меня сейчас стоит топовая кабина для молоковоза. Блять, что-то резко дернулся. Не, лучше перезагружусь нахер. Игорь, я понял. В принципе, возможен какой вариант, я просто буду, так сказать, вне камеры, чтобы не растягивать игровой процесс, фармить, убивая вражин. Хотя, с другой стороны, какая в сраку разница, где я буду фармить, иногда просто нужны какие-то серии, ну, наподобие филлера, так сказать, чтобы подрастянуть основной процесс, ну, блин. Допустим, когда мы снимали Borderlands, ну, как бы так выразиться-то помягче. Тем более прошло всего-то 2 часа, судя по внутриигровой статистике. Так, поэтому сливаем шершней. Дрова, металл. Слона. Энергопушки, это, конечно, хорошо. Так, спектр 6 к 600. Так, продаю еще и спектр. Покупаю отличный шип. Такой вот конфигурации курсовой ПКТ, хотя нет, лучше наоборот, курсовой шторм и ПКТшка. Покупаем. Чиним конструкцию. ПКТ шторм, денег, естественно, нету ни хрена. Так, теперь идем на рынок, если мы так. Так, а у нас 2 модуля влезают. 18 тысяч, за что?
По-моему, в этой машине... Так, эту заставку мы уже видели. Так, сохраняемся. Чтобы не наблюдорожить, как тут раз. Так, стоп. Кое-что забыл. Поскольку у нас теперь две пухи, надо распределить. Шторм. Так, что у нас где стоит? ПКТ — это основная. Шторм — курсовая пушка. Курсовой дробовик. А, тоже. Похоже, мы не... Оу! Нехило. Вот это отдали его, однако. Слежка за мэром. Ладно. Скотина. Медленный вектор без прицела. Медленный шершень без прицела. Блять, надо опять перезагружаться. Ладно, попробуем сделать как-нибудь иначе. Так, так, так. Какой нахер центр развлечений, мэр? Так, курсовой штормовик. А ездит эта падла очень даже быстро. Но, с другой стороны, я стал резко быстрее. Потому что сейчас на меня опять Урал не выскочил. Так, секунду. Снова, опять же, косяк с настройкой. Вот так. Дробовичок-то у нас курсовой. Так, куда убежал собак? Ну, хоть не Урал, и на том спасибо, а то я сейчас задержался. Блин, ну то, что кузовок стоковый, мне бы, конечно, со средним слотом. Так, сейчас еще какая-нибудь, блядь, выскочит по-любому. Куда тут мы едем? Сколько добра свалено в этом тайнике? Вот теперь можно побатлить. Немножко побесоебить так. И снова в бой! О-о-о! Полетели дальше, а то у меня сейчас две ракеты в борт запилили, как-то не очень-то по себе, ребятки. Что-то, кстати, охотников с ракетницами развелось. Первое орудие! Пли! Ща будет мясо, я вам рассказываю.
оказывается, молоковоз весь дамаг глотал. Угу. Так, а почем у меня металлолом в мини не возьмут? Так, по 400. По 400. По 400. Ладно, значит, топим в город. Потому что нас опять конкретно так потрепали. Или все-таки погодите-ка. Давайте лучше переставим конфигурацию. Так. Значит. О, нормас. Курсовой ПКТ. И штурм в основе. Сбись. Сбись. Так. Ща будет мясо. Так, с двух ног влетаем в город. Сначала. Получаем свои законные 5400. Так. Пиздуем в бар. Ой, не то нажал. Конечно, я согласен. Не, потом как-нибудь. А, блядь, я ж не отремонтировался, суко. Ладно. На вышке попробую. Если вдруг сканает. А, должно, по идее, сканать. Так, опять, блин. Ну зачем я так сделал? Мог бы спокойно по дороге проехать, но нет же. Надо ж поволоебить. О, ПКТ с лазерным прицелом. Ништяк. Пулемет Калашникова танковый, мать его. Так, это значит 300 мы уже заработали. Ой, извини, братан. Так, смотрю, думаю, ща, ну все, начнется, а тут на нах свои. Так, а что у меня? 6650, дальность 1000. Ну точно сильно выше. Не, в ДПМ я не хочу терять. Получится, что я протеряю 650 ДПМ, а просто в никуда. А, картошку. А, нет, в смысле, они картошку продают. Да, трепанули меня как надо. Так, то есть они продают картоху по 25.
Мининой купит по 200. Ну да, заодно и подзарабим. Опа. Металл он, естественно, дороже. Да, все хорошее. Тук. Есть контакт. Еще один шторм. А, это с двоих типа нападало. Ну, значит... Ой, еще 9 сотен сверху отсыпали. Ну не ништяк ли, господа, а? Особенно учитывая то, что... Ты бы так понимаешь, что-то сказать. Сейчас мы привезем кучу денег. Сами себе. А, вот она, дорога на нефтяную вышку. Ёлкин сок, а я по кустам ездил. Вот как так-то, а? То ли лыжи не едут, то ли лыжи не едут. Саныч, ты жжешь, однако. Ой, чуть чашку из-под кофе не уронил. Ща. Так. Бежим на рынок. Так, шторм у меня есть. Так, прочность 57-60. Это, естественно, продажу. Продать. Так. Теперь у меня почти 8000. Так. В мэрии я уже был. Сколько у меня? 7996. А, кабину я уже поменял. Фу ты, ёпрсте. $8200. Мало денег, мало. Ну, в общем-то, хрен бы с ним. Поэтому сейчас поступаем. Так, следующим образом. Так, куда мне, собственно, ехать? Получается, мне надо топить на север от Минина. Не, не в ту сторону немного. Сейчас это заезд в город, мне его надо обойти слева. Как-то. Да, там левее города идет дорога. Перезарядочка. Так, надеюсь, меня сейчас никто изнасиловать не попытается. А,
А, у шипа выхлоп просто в другом месте. Я думаю, чё у меня экран дрожит. Блин, а еще челюсть сводит, твою ж мать. Восьмерка опять режется. А, здесь я уже был, что ли? Как дела? Что-то вообще не понял. Ты меня разозлил. Ой. Блин, что-то у меня начало глючить постоянно. По поводу и без. Ладно, посмотрим, что там в северных краях. Единственное, что посмотрим, наверное, чуть позднее. Да, хочу. Welcome to hell. В смысле, в хель. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до скорого.